Знаешь, я пока гулял сейчас, вспоминал клипы My Chemical Romance, Sum 41, Blink 182, Bullet for My Valentine, System of a Down, Metallica. И у всех у них был такой имидж, что вот они бунтари, такие противники судьбы, такие вопреки всему. И вся их музыка была построена на протесте. И был такой месседж, что ты бедный, и вот ты талантом можешь все изменить. Да. Вот я сейчас все об этом думаю и понимаю. А откуда у них деньги на клипы? Откуда у них были деньги на сведение музыки? Откуда у них были деньги на то, чтобы их клипы крутили по ТВ? Что наталкивает на определенный вывод, что не так уж они были и бедны. Скорее всего, совсем не бедны. И получается-то, что одним талантом пробиться нельзя. Получается, что помимо таланта нужно еще что-то. А вся эта бравада про бедняков, протестантов, которые вопреки всему добились чего-то. Это все для таких дурачков, как я. Одного таланта мало.